Вот здесь тоже. Причем с той стороны, с другой. Там проход широкий, а с этой стороны проход, во-первых, не широкий, во-первых, калитка одна. Забор этот с воротами не открывается, нет отдельной дополнительной калитки. И на тротуаре нет ни заезда, ничего. И толпы такие вот должны ждать, вот видите ли. А еще на ночь скрывают территорию зачем-то. А я подкошку ношу.